连接成功。Зачастили на моем канале портативные колонки, и сегодня еще одна, на этот раз новая брендовая колонка от компании Xiaomi. И тут по логике я должен был бы произнести ее название, но блин, по непонятной мне причине бренд Xiaomi почему-то упорно не присваивает своим колонкам собственные названия, и это плохо. Каждый гаджет должен иметь, если не полноценное имя, то хотя бы какой-то цифровой индекс, чтобы покупатели могли ориентироваться в модельном ряду. Тем более у Xiaomi линейка портативных колонок уже довольно приличная. И все они представлены в магазинах под банальным названием Xiaomi Bluetooth Speaker. Но неудобно же, я часто вижу, как на форумах пользователи обсуждают колонки от Xiaomi, описывая их такими фразами. Прямоугольная, круглая, прошлогодняя, цилиндрическая и так далее. А имели бы они собственные названия, было бы куда проще. Хотя у колонки из этого обзора есть цифра 2 в названии, уже что-то. Девайс я получил от магазина GearBest абсолютно бесплатно именно для обзора. Да, вот и мне наконец-то халява привалила. Но данный факт абсолютно не значит, что я сейчас буду дуть вам в уши и нахваливать гаджет. Заслужит — похвалю, не заслужит — скажу как есть. Ладно, погнали смотреть комплектацию. Колонка поставляется в прямоугольной, надежной, толстостенной коробочке из очень плотного картона. Комплектация? Ее в принципе нет. В коробке помимо колонки вы найдете только краткое руководство пользователя, да и то на китайском языке. Безусловным плюсом колонки Mi Speaker 2 являются ее дизайн и габариты. Устройство компактное и при этом выглядит очень стильно. Сам дизайн максимально минималистичный. Имеем цилиндр, на корпусе которого можно увидеть лишь разъем microUSB и окошко светодиода. Никаких других отверстий, никаких кнопок, никаких надписей нет. Минимализм во всей своей красе. На самом деле кнопка есть. Это верхняя часть колонки, которая и является большой многофункциональной кнопкой. Кстати, между верхней частью и корпусом имеется резиновое кольцо, которое выполняет роль своеобразного предохранителя при транспортировке. Это колечко исключает случайное включение гаджета при его переноске. Но почему-то мне кажется, что большинство пользователей просто выбросит эту резинку в первый же день. По крайней мере, я бы сделал именно так. В моих руках черная версия, но в продаже встречается и белый вариант, который выглядит не менее круто, но, как вы понимаете, белая версия менее стойкая к загрязнениям. Основная часть цилиндра выполнена из матового пластика, верхняя часть из металла. Динамик 1, он по заявлению производителя 5-ваттный и направлен вверх. Защищен динамик пластиковой вставкой, покрытой черной тканью. В белой версии эта ткань будет соответственно тоже белой. Нажимать на эту поверхность можно смело, она весьма упругая и не прогибается при нажатии, но будьте готовы к тому, что в черном варианте тканевая вставка быстро запылится, а в белой версии запачкается. В нижней части корпуса видим разъем microUSB для зарядки и разноцветный светодиод, сигнализирующий о процессе зарядки и о состоянии колонки. Донная часть выполнена из резины, которая наделяет гаджет хорошей устойчивостью на гладких поверхностях. Здесь же скромно расположился логотип Xiaomi и различные информационные надписи. Габариты такие: высота 93 мм, диаметр цилиндра 60 мм, вес 194 грамма. К сборке вообще вопросов нет никаких, равно как и нет вопросов к качеству материалов. С этим у гаджетов от Xiaomi всегда порядок. Чтобы включить колонку, нужно нажать и удерживать верхнюю ее часть. Выключается аналогично. Процесс включения и выключения сопровождается приятным звуковым сигналом. Одиночное нажатие на кнопку в процессе работы позволяет поставить воспроизведение на паузу или снять с паузы. Если нажать на кнопку два раза подряд, можно разорвать или возобновить Bluetooth соединение. Данный процесс сопровождается женским голосом на китайском языке. Также с помощью одиночного нажатия вы можете принять вызов, поступивший на ваш смартфон, и вести разговор непосредственно через колонку. Для этого на донной части предусмотрен микрофон. Сброс входящего вызова осуществляется двукратным нажатием. Кроме того, головная часть корпуса служит регулятором громкости. Крутим по часовой стрелке, делаем громче, против часовой — тише. Ну и какой же обзор колонки без демонстрации того, как она звучит? Но сначала мои впечатления на словах. Звучит она чисто, звук выдает приятный, но и не более того. Бас очень слабенький, да и громкость подкачала. Стоит Mi Speaker 2 примерно 27 баксов, за такие деньги я ожидал больше. И чтобы не быть голословным, проведу небольшой батл между Xiaomi Mi Speaker 2 и колонкой Kuch G1000, о которой рассказывал не так давно. Это будет честный бой, так как стоят гаджеты примерно одинаково. We'll be right back.
Ну что, вы все слышали, видео, конечно, не может передать разницу в полной мере, поэтому немного комментариев от меня. Куджи G1000 мне понравилась более во всем, она и громче, и бас у нее гораздо более ощутимый, и в целом качает она значительно лучше. Единственное, что понравилось в колонке от Xiaomi, так это отсутствие искажений звука на максимальной громкости. Ну а чему тут искажаться, громкость-то небольшая, да и баса ни хрена нет. Да, в Куджи 1000 на максимальной громкости бас хрипит на большинстве треков, но если сделать громкость процентов 80, то хрипов уже нет, и даже в этом случае она звучит не тише, чем Xiaomi Mi Speaker 2 на максимальной громкости. Я уж не говорю о том, что в Mi Speaker 2 нет ни слота для карт памяти, ни AUX-входа, которые есть в Куджи 1000. Кстати, я так ничего и не сказал об автономности. В этой колонке Xiaomi мы получаем аккумулятор емкостью 1200 мАч, который обеспечивает примерно 6 часов непрерывного воспроизведения музыки на громкости, близкой к максимальной. В сравнении с большинством конкурентов автономность неплохая, но опять же, смотря с чем сравнивать, все та же Куджи 1000 обладает в 2 раза лучшей автономностью. Вывод из всего этого напрашивается такой. Основные достоинства Xiaomi Bluetooth Speaker 2 – это дизайн, компактность, относительно чистое звучание и приличное время автономной работы. Недостатков значительно больше, и они более критичные. Запас громкости не впечатляет, баса почти нет, отсутствует слот для карт памяти и AUX-вход, ну и, конечно, завышенная цена. Компания Xiaomi, при всем моем к ним уважении, явно переоценила данное свое детище. За 27 баксов я бы точно ее не стал рекомендовать, так как за эти деньги есть более интересные альтернативы. Это стильный брендовый аксессуар для фоновой музычки и не более того. Больше подходит для использования в помещениях, так как раскачать музлом компанию на пикнике данный девайс не в состоянии. И на этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Новые обзоры не за горами. Пока!